Холода, пришедшие в регионы страны, стали уже традиционной неожиданностью для коммунальных служб. Где и почему люди замерзают, расскажем в выпуске. Здравствуйте, меня зовут Сергей Гергель, это «Итоги дня», и мы начинаем. Не пить, не курить. Запретят ли казахстанским государственным служащим курить в рабочее время и употреблять после? Граждане Великобритании массово меняют подданство. Где хотят жить британцы и что толкает их на переезд с Туманного Альбиона? Как халат врача влияет на здоровье пациента? Мы выяснили, кто и во что одевает медперсонал. Президент Казахстана выразил соболезнования народу Таиланда в связи с кончиной короля Пхумипона Адульядета. В телеграмме премьер-министру королевства Нурсултан Назарбаев отметил, что в памяти казахстанского народа монарх Таиланда навсегда останется дальновидным руководителем и выдающейся личностью, внесшей особый вклад в установление и развитие дружественных отношений между нашими странами. Сегодня же глава государства провел встречу с генеральным прокурором республики. На ней президент поручил усилить работу по обеспечению законности и правопорядка. Жеки Пасанов доложил Нурсултану Назарбаеву о результатах работы правоохранительных органов и об исполнении поручений в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов». По итогам отчета глава государства поставил ряд задач, в том числе по обеспечению, усилить работу по обеспечению законности и правопорядка, а также повышению правовой грамотности нашего населения. И сегодня же глава государства направил телеграмму поздравления избранному генеральному секретарю ООН. Антонио Гутерреш займет высокий пост 1 января 2017 года. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на плодотворное сотрудничество организации с Казахстаном, в частности, в вопросах противодействия терроризму, экстремизму, обеспечению безопасности в Центральной Азии и Афганистане. В 2017-м Казахстан, к слову, станет непостоянным членом Совета безопасности ООН. О жизни населения столицы, в том числе глава государства, говорил с акимом Астаны. Асет Исекешев проинформировал Нурсултана Назарбаева о строительстве и подготовке к работе социально значимых объектов и работе по очистке сточных вод. Также столичный градоначальник доложил президенту о подготовке главного казахстанского города к важному для всей республики событию. Противотуберкулезный диспансер – очень важный социальный объект. Тоже будет сдан 1 декабря. До Дня независимости. Да. Станция скорой помощи, центр. Мы сейчас полностью меняем. Четвертый год, очень важно, по теплу. В этом году экспо, аэропорт, вокзал, все будет обеспечено. Вот это? Да. Ход. ТЭЦ-2, также в этом году 5-й, 6-й, 7-й котел, который в общей мощности дадут свыше 400 гигакалорий. Обеспечивает город. Полностью обеспечен город, экспо. Расширение ТЭЦ-2. Я когда слушал город, говорил об этом. Да. Так. В этом году завершается полностью технологическая часть. Значит, что будет в этом году? Мы завершим полностью. По моему замечанию, что будет сделано? Полный проект будет завершен, кроме благоустройства. И все сточные воды теперь будут перерабатываться и скидываться высшим чистым. Сточные воды очищаются. Полностью очищаются. Чистая вода поступает в высшим. Да. Уже Талдыкөл, на самом деле, 60 миллионов квадратных метров, площадь уменьшилась до 15 миллионов. Она 4 раза. Перекачка идет? Перекачка идет. Карабидек, а? Да. Нет, карабидек мы когда завершим, мы это остановим. 4 миллиона тонн ила вытащили уже. Ливневая канализация, тоже ваше поручение. Вот левобережная часть экспо полностью в этом году завершаем. Вода теперь плавать не будем? Не будем. На левом берегу. По правому берегу еще нам предстоит еще несколько там проектов реализовать. Это большая работа. Это... То есть объекты к 25-летию независимости. Вот завершено полностью. И мои замечания в совещании с городом. Все реализуются. Глава государства принял отчет по итогам развития столицы по итогам 9 месяцев. Все социально-экономические показатели идут с плюсом в положительной зоне. Также было доложено главе государства о подготовке города к 25-летию независимости и подготовке города к проведению экспо. По итогам отчета глава государства дал ряд поручений, над которыми будем работать.
Тем временем в Акмолинской области больше 500 человек все еще мерзнут в своих квартирах. О жителях поселка Гранитный из Зериндинского района мы рассказывали в начале недели. По-прежнему холодно и в местной школе. Ее учеников отправили на вынужденные каникулы. Проблема в старой котельной. Ей уже больше полувека. Отопление должны были дать сегодня, но отремонтированный котел снова дал течь. А второй вышел из строя во время запуска. Аварию сейчас ликвидируют. Отопление обещают дать завтра. Завезли с района два котла. Есть здесь у нас резервное помещение, бывший центральный котельный. Если, ситуацию здесь не выправим, то эти два котла будем устанавливать на второй котельный. Я думаю, что сегодня уже к вечеру будет тепло. Практически то же самое, слово в слово, говорили и представители ЖКХ из Семея. Заместитель городского главы вчера разъяснил нам, почему. Завершение сварочных работ на теплопроводе совпало с выпадением первого снега. Как выяснилось, произошло это из-за того, что в районе строились многоэтажные дома, и коммунальщикам нужно было менять диаметры. Слишком поздно, видимо, поняли, что новым домам тоже нужно тепло. После нашего сюжета была проведена прокурорская проверка. И вот сегодня стало известно, что за срыв начала отопительного сезона к ответственности привлекли сотрудники ЖКХ и предприятия «Теплокоммунэнерго». Благо, что морозы не такие сильные, и спасать от обморожений никого не пришлось. Тем временем в Казахстане предлагают создать единую службу спасения. С такой инициативой выступила сегодня сенатор Дариға Назарбаева. Такая практика существует во многих странах. Единой службе в случае чрезвычайных ситуаций легче координировать работу. Вопросы эффективности спасателей обсуждали сегодня в Алма-Аты на выездном заседании Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената. Его участники поставили под сомнение эффективность сирен оповещения в крупных городах. Из-за высотных зданий их сигналы практически не слышны. Кроме того, Дариға Назарбаева отметила, что не мешало бы оборудовать подвалы всем необходимым на случай чрезвычайных ситуаций. Например, противогазами, средствами оказания первой медицинской помощи и костюмами химзащиты. Поэтому, конечно, мне кажется, что мы должны еще раз вернуться к этому вопросу, гражданской обороне. И сделать в том числе и паспортизацию подвалов домов, скажем, для кондоминиума это будет, для микрорайона, для определенного жилого квартала, где должно быть хотя бы одно подвальное помещение, оснащенное всем необходимым на такие случаи жизни. Чрезвычайную ситуацию в некоторых городах Казахстана сегодня спровоцировала погода, точнее не погода. В Таразе внезапно выпавший снег и порывистый ветер повредили телефонные и электросети. В городе перестали работать светофоры. Поломаны сотни деревьев. Некоторые падали на автомобили. Повреждены 7 машин. Такого безобразия у нас не было никогда. Это впервые, что все деревья у нас в таком состоянии находятся. Резко похолодало и в Алма-Аты. Еще вчера днем было плюс 20, а уже сегодня люди проснулись в заснеженном городе. За окном было около нуля. Больших неприятностей ни снегопад, правда, не принес. Алматинцы оказались готовы к непогоде. Накануне люди получили на мобильные телефоны сообщения от департамента по чрезвычайным ситуациям. Впрочем, некоторые горожане говорят, что и без спасателей знали о предстоящей непогоде. Да, зима наступила неожиданно, никто не ожидал, потому что мы в Алматы живем, любим тепло. Но все равно это радует, потому что свежий воздух, свежие перемены. Дети радовались снегу, когда утром бежали, снежки уже поиграли. Солнышко сначала засветило, а потом, смотрю, ветер подул. Вороны залетали, закружили, это значит снегу. А потом еще зима в этом году будет прохладненькая, ласточки рано улетели. Поиграть в снежки, правда, грязновато, и сегодня можно было и в Астане. В столице днем был настоящий буран, хоть и ненадолго. Сейчас снег уже не идет, но полицейские все же просят участников дорожного движения быть крайне внимательными. Из-за осадков и тумана видимость на дорогах снизилась. Потому пешеходам даже рекомендовали носить верхнюю одежду со светоотражателями, либо использовать светящиеся браслеты и брелоки.
А вот им еще только предстоит пройти испытания с зимними дорогами. Массовое производство электрокаров открывается в Казахстане. В нашей стране уже пробовали производить подобные автомобили, но штучно. Теперь же экологичный транспорт поставят на поток. То, что такие машины будут востребованы, сомнения не вызывает. Они экологичны, просты в ремонте, да и цена приемлемая. В среднем такое авто обойдется примерно в 5 миллионов тенге. Вот только на какой рынок будет ориентирована продукция, пока непонятно, так как должной инфраструктуры, позволяющей комфортно эксплуатировать электрокары, в стране пока нет. Игорь Нидерер о том, что нужно транспорту будущего от казахстанских дорог. Работает очень тихо, непривычно. Сейчас мы выезжаем на наш испытательный трек. Это вот прямая. Олег проводит предварительные тесты. Главное – выяснить, как авто поведет себя в мороз, да еще на заснеженных дорогах. Пока здесь собрали 12 экспериментальных электромобилей. Некоторое время назад, практически готовое к запуску в серию авто, костанайцы продемонстрировали главе государства. Проще, мощнее, дешевле. Такие электромобили от обычных отличает простота конструкции, лучшие тяговые усилия, а в коробке передач он не нуждается в принципе. Это электрифицированный вариант переднеприводного кроссовера с 85-киловаттным электродвигателем на 115 лошадок и аккумулятором в 33 киловатта в час. Батарея стоит литиевая, заряда хватает при наших тестированиях в среднем на 200 километров. Здесь зависит от манеры езды, то есть в чем плюсы. Ну, во-первых, это экология. Это первый плюс. Ну и мы проводили небольшие тестирования. Затраты на заряд и переводе на километр пробега, в отличие от бензина, он на 50% дешевле получается. Главная проблема выхода в серию – отсутствие инфраструктуры. Кары пока негде заряжать, разве что от бытовой розетки. Заряжаться от нее машина будет около 8 часов. Впрочем, уже в недалеком будущем в Казахстане установят 100 зарядных станций. 40 в Алматы, 40 в Астане, остальные – на трассе между ними. Игорь Нидерер, Ермек Мухамедьяров. Итоги дня. Костанай. Ну и пока же единственная в стране общественная электрозаправочная станция для электромобилей появилась в одном из торгово-развлекательных центров Алматы. Заправляться там одновременно могут до 4 авто. Заливка электричества в электрокар бесплатная. В среднем одна машина заряжается около 3 часов. Ну вот пока же по дорогам казахстанских городов ездят в большинстве машины с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, и день, когда транспорта с электромоторами станет больше, не за горами. Другой вопрос, чтобы качество дорожного полотна соответствовало темпам научно-технического прогресса. К чести дорожников, хороших дорог в стране все больше. В Алматы за годы независимости на строительство развязок потрачено свыше 300 миллиардов тенге. В итоге удалось разгрузить улицы, по которым сегодня передвигаются без малого миллион автомобилей в сутки. Уменьшению дорожных заторов способствует и метро. Подземкой ежедневно пользуются около 45 тысяч пассажиров. Сложно представить, что каких-то 10 лет назад ничего этого не было. А в самом начале независимости в Алматы были разбиты дороги, разваливающиеся автобусы и недостроенное метро. Оскар Сергалеев окунулся в историю, оценил нынешние преобразования и узнал, как будет выглядеть транспортная инфраструктура южного мегаполиса в недалеком будущем. На заре независимости автомобиль не средство передвижения, а по-прежнему роскошь. Позволить себе собственную машину мог далеко не каждый. По статистике тех лет весь автопарк Алматы, включая общественный транспорт, состоял из 70 тысяч авто. И такого термина, как дорожная пробка, просто не существовало. Спустя каких-то 15 лет пробки стали обычным явлением, и строительство дорожных развязок для городских властей стало задачей номер один. Так, год за годом в южном мегаполисе появились 28 развязок. Две из них сдали в этом году. На самом оживленном участке Рыскулова-Саина введена в строй многоуровневая развязка. На сегодняшний день это самый мощный транспортный узел в Алматы. Его пропускная способность 200 тысяч автомобилей в сутки. Трехъярусная развязка способна выдержать землетрясение силой 9 баллов. Благодаря целой системе развязок по улицам Алматы ежедневно передвигается около миллиона автомашин. Но проблема заторов все еще актуальна, особенно в час пик. Поэтому власти города приняли решение в следующем году построить еще два транспортных узла на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Емцова и Кульджинским трактом. Таким образом, на нашем малом транспортном кольце, включающих четыре улицы, это
Саина, Аль-Фараби, Восточная объездная, Рыскулова будет 30 развязок. И на протяжении, это 4 улицы, транспортное кольцо, оно будет высокоскоростным, от 6 до 10 полос. Разгрузить дороги поможет и общественный транспорт. По техническому оснащению и архитектуре первый в Казахстане метрополитен обогнал многие крупные города мира. Сейчас подземка имеет 7 станций и соединяет центр со спальными районами. Ежедневно этим видом транспорта пользуются 45 тысяч пассажиров. А когда линия дойдет до западной окраины, эта цифра вырастет в 2,5 раза. Реализация строительства метро предусмотрена до автовокзала «Западный», располагающийся на пересечении Малая Уэзова и проспект Раймбека. В этом месте будет образовываться транспортный узел, куда будут приезжать пассажиры иногородние, где будет располагаться паркинг. В ближайшее время муниципальный парк общественного транспорта заметно обновится. 135 автобусов на ГАЗе уже закуплены. Еще 100 единиц аналогичной техники поступят до конца этого года. Кроме этого, подписан контракт на закупку 200 немецких автобусов. Причем это будет не просто покупка новых машин, а трансфер передовых технологий. То есть эта немецкая компания хочет зайти очень серьезно и надолго, не только своими автобусами, а всей системой перевозки пассажиров. И они собираются здесь открыть сборку автобусов «Мерседес». И все это лишь начало реализации полномасштабной реформы. До 2020 года власти планируют довести протяженность выделенных для общественного транспорта полос до 220 километров, а количество платных парковочных мест до 40 тысяч. Конечная цель – сделать центр Алматы зоной не частного, а общественного транспорта. Аскар Сергалиев, Сержан Жумабаев и Кенже Амраев. Итоги дня. Алматы. И еще о дорогах, но уже в масштабах республики. Мой коллега Схотниязов. Помнишь ту шутку, Сергей, про дороги, которые не дороги, а направления? Да, так да, вот да. Эта шутка для Казахстана с каждым годом становится все менее актуальной. Начало 90-х. Развал экономики. Вместе с ней и автодорожная отрасль пошла по наклонной. На то время в Казахстане насчитывалось порядка 86 тысяч километров дорог. А это два экватора, на минуточку. Правда, не каждый бы согласился по таким дорогам путешествовать. Качество оставляло желать лучшего. Казахстан сегодня – это 96,5 тысяч километров трассы, в том числе республиканская сеть протяженностью 23 700 километров и местные дороги 72 800. За четверть века реконструировали и построили 10,5 тысяч километров республиканских путей, отремонтировали 21 тысячу. То, из чего дороги делают в последние годы практически на 100% казахстанское. Отечественные железобетонные изделия, щебень, битум. В конце прошлого года оценили 84% автодорог республиканского значения и 65% областного находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Ну а 2016 запомнится реконструкцией 1111 автодорог. Вот такая красивая цифра, Сергей. Кстати, до конца года должны сдать еще 420 километров. Ну вот конкретно какие участки? Огласите, пожалуйста, весь список. Весь список такой. Должны открыть движение от Алматы до Капчагая, от столицы в двух направлениях до Темиртау и Петропавловска. И еще завершат работы на трассе Актау-Бейнеу и казахстанскую часть Казахстанскую часть коридора Западная Европа, Западный Китай. Эх, прокачусь. Давай, прокатись, Сергей, а мы посмотрим. Спасибо, Асхат, а мы продолжим. И еще о цифрах, только уже другого порядка. Нефть с Кашагана пошла на экспорт. Первая партия экспортного сырья с месторождения, это порядка 8 тысяч тонн, была отгружена в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. Еще 18 800 тонн в трубопроводную систему Кастрансойл. Почти 23 миллиона кубометров товарного газа направлено в магистральную систему Интергаз Центральная Азия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
том числе и те государственные служащие, которые заняты подсчетами объемов экспорта и импорта, вполне возможно, будут меньше курить и пить чай в рабочее время. По крайней мере, на это рассчитывают в агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Сегодня заместитель главы ведомства Айгуль Шаимова, рассказывая о планах реформирования системы, объяснила, что законодательно контролировать, сколько работник тратит время на курение и перерывы на личные нужды, не будут. Все это госслужащие должны контролировать сами. Для этого их будут обучать тайм-менеджменту, то есть грамотному и, самое главное, эффективному распределению времени, чтобы потом не пришлось задерживаться на работе, тем более, что внеурочная работа в последнее время не приветствуется. Я не могу говорить о всех руководителях. Отвечу, наверное, за себя. На самом деле мы понимаем, насколько важно, чтобы государственный служащий на следующий день пришел на работу с силами и энергией, достаточными для того, чтобы эффективно выполнять работу. Поэтому периодически в 7 часов вечера мы выходим в коридор и проверяем, чтобы наши служащие не задерживались на работе только по причине того, что я нахожусь на работе. Затянувшийся ремонт автодорог Караганды может поставить точку в карьере заместителя акима города. Рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности Тайхана Калмаханова поручил первый заместитель областного главы Асылбек Дуйсебаев. Он, как и многие карагандинцы, возмущен тем, что в регионе уже первые заморозки, а работы еще не завершены, и теперь укладывать асфальт придется на мокрую основу. Дисциплинарные наказания получили чиновники, отвечающие за строительство соцобъектов в сельской местности. Так, вовремя не была открыта одна из 27 новых врачебных амбулаторий. Акиму Шельского района является устное замечание за слабый контроль. Заместителю акима района, который курирует строительство, объявляется выговор. О том, какими событиями запомнился этот день в мире, нам расскажет Жанна Аман. Жанна, тебе слово. Спасибо, Сергей. Расскажу сегодня о том, почему британцы массово меняют паспорта и кто прогнозирует Третью мировую войну. Президент Сирии предупредил об угрозе Третьей мировой войны. Об этом Башар Асад заявил в интервью «Комсомольской правде». По словам сирийского президента, нынешняя ситуация в мире похожа на новую холодную войну, которая разворачивается сразу на нескольких политических сценах, и Сирия – одна из ключевых. Это запах войны, которую вы описали как Третью мировую, чувствуется в воздухе. Но это еще не прямое военное столкновение, хотя оно имеет военную, террористическую и политическую составляющую. Поэтому вы правы в своем ощущении. Но Сирия является лишь частью этой войны. В Турции ракетному обстрелу подверглась трасса между двумя популярными, кстати, и у наших соотечественников, курортами – Анталией и Кемером. Три ракеты взорвались на месте, где располагается рыбацкий склад. Данных о пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты выпущены с гор в сторону моря, по которому в тот момент проходил танкер. Стрелявших сейчас ищут. Чуть позже, уже на юго-востоке Турции, на обочине трассы прогремел еще один взрыв. Дорога оказалась заминирована, погибли трое военных. В организации этого взрыва подозревают членов запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Шотландцы проведут второй референдум о выходе из состава Великобритании, сообщает The Guardian. По мнению лидера шотландской национальной партии, это необходимо для защиты интересов страны. Еще одна реакция на Brexit – массовое обращение британцев на замену паспорта. Подданные Объединенного Королевства стремятся сохранить возможность работать и свободно передвигаться по странам ЕС. В консульствах и посольствах Ирландии, Польши и Австрии отмечают резкий рост обращений британцев. А Китай опередил США по числу долларовых миллиардеров. Теперь в Поднебесной 596 человек, состояние которых больше 1 миллиарда долларов. А вот американцев этой категории меньше – 537. При этом, как видно из рейтинга China Rich List, разрыв увеличивается с каждым годом. Самым богатым китайцем является Ван Цзяньлинь. Его активы – недвижимость, универмаги, отели, культурные и туристические центры. А состояние – чуть больше 32 миллиардов долларов. Второй в списке – Джек Ма. У основателя интернет-ритейлера Alibaba – 36 миллиардов долларов. Потрясающе. Вот, Жанна, если бы у тебя были такие деньжищи, как бы ты ими распорядилась? Ох, Сереж,
тобой бы точно поделилась. Но если серьезно, то не в деньгах счастья, Сергей. Вот, а у меня все. Я же как братья. В чем сила, брат? Правда. Правда. Спасибо, Жанна. Еще одно событие международного масштаба – саммит ОДКБ, который в эти минуты проходит в Ереване. От Казахстана в нем по поручению президента Нурсултана Назарбаева участвует премьер-министр республики. Сегодня перед странами ОДКБ стоят новые задачи. Одна из главнейших – совместная работа с терроризмом, борьба с терроризмом, простите. Для решения этой проблемы государства договорились сформировать единый список террористических организаций. Попытки его создать предпринимались неоднократно, даже в рамках ООН. Но страны так и не могут определиться с ответом на вопрос, кто такие террористы, борцы за независимость, экстремисты или все-таки обыкновенные бандиты. Успешного проведения этого саммита, и мы постарались сделать все, чтобы наша совместная работа была содержательной и результативной, пошла на пользу взаимодействию наших стран в организации. Об одной из причин, по которой люди противопоставляют себя обществу, говорили сегодня в Астане. Министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев рассказал, что салафизм имеет деструктивный потенциал и неприемлем для Казахстана. Министр отметил, что сейчас в Казахстане под запретом 23 террористические экстремистские организации. Впрочем, последователей салафизма становится все меньше. Сами граждане к религиозному течению испытывают негативные чувства после терактов в Актобе и Алматы. Работа недавно созданного министерства будет направлена на недопущение распространения литературы и интернет-сайтов, пропагандирующих запрещенную идеологию. От деструктивной информации в интернете будут защищать и наших детей. В частности, появятся ограничения по использованию изображений ребенка без разрешения его родителей. Законодательно закрепить эти и другие нормы предложил сегодня заместитель министра информации и коммуникации Алан Ажибаев на межведомственной комиссии. Кроме того, проект закона предусматривает облегчение правовой нагрузки на СМИ и позволит повысить их конкурентоспособность. На территории Казахстана сегодня распространяются приемные устройства операторов телерадиовещания, как казахстанских, так и зарубежных. И в этой связи, чтобы уравнять положение, Министерство информации и коммуникации своей концепции предлагает норму, чтобы распространялись только приемные устройства тех операторов, которые имеют лицензию у нас в стране. Уравнять свое положение с не до конца чистоплотными поставщиками просят казахстанские швеи. Они готовы обеспечить медиков спецодеждой, но жалуются, что не могут пробиться на тендеры. Отечественные предприниматели уверяют, что стоимость их товара выше импортных за счет более высокого качества. Сегодня портные продемонстрировали врачам свои изделия и убеждали, что не стоит тратить деньги на дешевый продукт. Пошивом спецодежды эта швейная фабрика занимается 70 лет. В модельном ряду только медицинских костюмов около сотни. Вот только сейчас шьют мелкими партиями. Сколько ни пытались получить большой заказ, никак не удается. Является определяющим фактором это цена, никак не качество. То есть, если ты поставил подешевле, ты и выиграешь. Мы себя в данный момент никак проявить не можем, вот именно в массовых закупках. Коммерсанты демпингуют, которые потом берут, размещают заказы на китайских фабриках. Медицинский костюм «Двойка» китайского производства стоит всего 2000 тенге, тогда как более качественный отечественный уже 5000 тенге. Экономия бюджета оборачивается тем, что врачи работают в нарядах, не соответствующих даже санитарным нормам, и вынуждены обновлять спецгардероб за свой счет. Отечественные производители дают гарантию на свои изделия, к тому же следят за современными тенденциями в профессиональной моде, потому в ассортименте одежда всех типов и цветов. Белый халат в медицине неизменная классика, но дизайнеры их сейчас украшают как могут. Это всевозможные цветные вставки, карманы. В моде очень цветные принты и вышивки-эмблемы. Силуэт приталенный, длина до колена. Если терапевту на год достаточно пары таких халатов, то в больничных отделениях спецодежда теряет свой вид гораздо быстрее. Обновлять костюмы необходимо как минимум раз в квартал. Главврачи признаются, и хотели бы лечить красиво, но проблемы в закупках вслепую. Мы перешли вот в прошлом году на правохозяйственное ведение. Теперь у нас как бы руки более развязаны в правовом поле. Мы можем позволить себе выбрать товар качественный, который дольше прослужит. А когда красивый доктор в красивом халате подходит к больному, уже он почти здоров.
Внесенные в законодательство поправки о приоритете отечественных товаров на тендерах должны частично снять проблему. Так что, возможно, уже в ближайшее время казахстанских врачей в красивых и качественных халатах от местных производителей станет больше. Юлана Чаус, Василий Савкин. Итоги дня. Караганда. Казахстанская продукция в недалеком будущем может стать больше во Франции. Там эти дни празднуют тысячелетие Алматы. По этому поводу возле штаб-квартиры ЮНЕСКО установили юрту, а парижан угощают алматинским апортом. В здании ЮНЕСКО развернули фотовыставку «Неизвестный Казахстан». Благодаря политике нашего президента, Алматы за 25 лет независимости нашей страны достиг немалых высот. В прошлом году на Генассамблее ЮНЕСКО в Париже 195 стран единогласно решили внести тысячелетие Алматы в список международных юбилейных дат этой организации. Отмечая в Казахстане эту дату, мы провели свыше 200 мероприятий. И сегодня здесь, в сердце Парижа, мы проводим заключительные празднества этой даты, где мы представляем всему миру наши казахские традиции и культуру. В парке Алматы французского побратима Алматы Ренна в честь тысячелетнего юбилея установили бюст казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву. И о достижениях за более скромный, но того не менее значимый период – 25 лет. За столь короткий в масштабах истории промежуток времени численность населения Южно-Казахстанской области выросла почти на 1 000 000 человек и сейчас приближается к 3-миллионной отметке. Для растущего населения в регионе создают все условия. За это время создано 402 тысячи новых рабочих мест. Безработица сократилась на 10%. О других достижениях региона в нашем следующем материале. Это маленькое чудо только появилось на свет. Ему еще предстоит познакомиться с окружающим миром. В Южно-Казахстанской области высокая рождаемость. За 25 лет независимости численность населения Южного Казахстана выросла почти на 1 000 000 человек. А чтобы все маленькие жители региона получили достойное образование, за четверть века там построили 568 школ и детских садов. 67 объектов обещают достроить до конца года. Аварийных, саманных и трехсменных школ не будет уже через 4 года, обещают власти. На их месте отстроят 205 новых учебных заведений. Проблемы, нехватка со школы кардинально решить мы никогда не можем. Понимаете, потому что именно в нашей области густонаселенная, большая рождаемость детей. У нас, например, в этом году на 27 тысяч детей больше пришло, чем мы ожидали. Поводов для гордости у жителей области немало. За последнюю пятилетку экономика региона выросла в 3 раза. И сельскохозяйственная область превращается в промышленную. На сегодняшний день создано 11 индустриальных зон. Большой акцент на промышленность, потому что промышленность – это локомотив в целом экономики. Если мы создаем одно рабочее место в сфере промышленности, то вокруг этой промышленности создается еще как минимум 5-8 рабочих мест. Это логистика, поставка, услуги. Из 166 предприятий, введенных в строй по карте индустриализации, 20% были созданы при участии иностранного капитала. В Южно-Казахстанской области совместно с Турцией, к примеру, производят ковры, которые идут на экспорт в Европу. На казахстанско-немецком предприятии выпускают глубинные насосы. Иранцы строят мясокомбинат и тепличный комплекс. А на инвестиции Китайской Народной Республики возводится крупнейший в Казахстане комбинат по переработке верблюжьего молока. Южнокорейские инвесторы вкладываются в пищевую промышленность, машиностроение и фармацевтику. Юлия Землянова, Наталья Цой, Нурмахан Мусатов и Нурмахан Бекмуратов. Итоги дня. Южно-Казахстанская область. Информационные и аналитические программы, грандиозные шоу и журналистские расследования. Проекты, появившиеся в эфире телесемейства «Хабар», уже нашли своего зрителя. Пока директора каналов агентства делятся первыми успехами и достойными показателями, партнеры и рекламодатели в один голос заявляют о заметных изменениях и трансформации в эфире. Мой коллега Руслан Идрисов побывал на презентации 21-го телесезона «Хабара» и узнал, как агентство влияет на весь телерынок страны. В
свете софитов и под прицелом видеокамер. Только не на съемочной площадке, нет. На презентации 21-го сезона агентства «Хабар». Не просто постановку, визитную карточку нового популярного шоу «Билет Казахстан» вживую первыми увидели коллеги и партнеры нашего телесемейства. Собирать друзей в честь запуска новых проектов на «Хабаре» уже традиция. Для нас, во-первых, это заявить и показать наши новые программы, сериалы, документальные фильмы и другие глобальные проекты. С другой стороны, это для нас возможность отчитаться перед нашими партнерами, акционерами, коллегами, перед представителями рынка. Популярные телеведущие, продюсеры, известные общественные деятели и политики. Сегодня без провокационных вопросов и экспертных мнений. Одни делают селфи, другие обсуждают возможности сотрудничества. К слову, рекламодатели признались, что размещение рекламы на телеканалах агентства – главная инвестиция в пиар. Работаете всегда качественно, эффективно, оперативно. Тем более последние годы изменился формат телеканалов. Это очень ощутимо. Он стал более смотрибельным, более привлекательным. Соответственно, рекомендателям нравятся новые продукты, которые предлагает телесемейство «Хабар». Сегодня телесемейство «Хабара» переживает трансформацию. Планка, как всегда, самая высокая. Работа расписана на годы вперед. Удивлять зрителя, становиться еще более профессиональными и оперативными – задачи далеко не все. «Хабар» сегодня мотивирует весь телерынок страны. Все наши программы практически 100% делают частные продакшн-студии. И мне кажется, мы вдохнули, можно сказать, там, вторую жизнь там, или второе дыхание, или ну, дополнительный баллончик кислорода и так далее. Да? То есть сейчас с каждым днем, с каждым годом количество этих продакшн-компаний растет. И контент, который они производят, тоже становится разнообразным. И самое главное, улучшается их качество. Сегодня большинство проектов телесемейства уникальны. Производство отечественное, зрители по всему миру. Ну и главную оценку ставит, конечно же, казахстанский зритель. Потому проекты «Хабара» становятся все актуальнее, а журналисты готовы разобраться с самыми запутанными историями. И кто-то из гостей очень, кстати, пошутил. В свои 21 «Хабару» теперь можно все. Руслан Идрисов, Арман Данышбаев и Бахтияр Заев. Итоги дня. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных и всего доброго.